Всем привет, у нас в продаже появляется Skoda Rapid 2019 года выпуска с объемом двигателя 1,6 литров, который уйдет 90 лошадиных сил. Задний рассиденец в хорошем состоянии, пластик дверей также в хорошем состоянии. Переднее рассиденье также в хорошем состоянии, пластик также в хорошем состоянии. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. У нас присутствуют 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с обогревом зеркал, хорошая штатная мультимедиа, кондиционер, обогрев передних сидений, центральный замок, обогрев заднего стекла, подстаканник и розетка 12 вольт. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные можно найти в объявлении. Приобрести автомобиль можно за наличный расчет по системе 3D, либо в автокредит. Автомобиль находится в автосалоне столицы. Всех ждем!